Добрый день, дорогие друзья! С вами канал «Одна Австралия» и я, Александр Петров. Находимся мы с вами в Сиднее, в Австралии. Точнее, Брайтон-Лос-Энс. Это очень известный, очень интересный район. И как вы видите сзади меня, здесь находится море. И чтобы здесь оказаться и чтобы приехать в Австралию, необходимо сделать определенные шаги. И главное, что, или может быть одно из самых главных дел, которые вы должны сделать, это обладать хорошим английским языком. И безусловно, есть люди, которые приезжают из России, из Украины с великолепным английским языком, но таких, скажем так, явное меньшинство. А большинство из вас хочет выучить английский язык, но они хотят выучить английский язык как можно дешевле. Мы даем вам возможность такую, мы даем вам возможность учить английский язык бесплатно. И я думаю, что вы в этом заинтересованы. Я, наверное, если бы был таким заядлым блогером, заядлым ведущим телепередач или заядлым видеоблогером, я бы сейчас сказал: но мы вас научим, как учиться бесплатно с нами и только... Ребята, все гораздо проще. Если вы сделаете себе очень недорогое обучение английскому языку в Lloyds International College, это будет вам стоить 5 недель всего лишь 500 австралийских долларов. Посчитайте, это более 100 часов, которые вы будете делать. Если в русских рублях, это сколько у нас получается? 28-29 тысяч рублей. То есть вы платите порядка 280 рублей за час. После этого вы учитесь по тем материалам, которые будут ежедневно выставлять наши преподаватели. Будете учиться бесплатно. Вы будете поддерживать отношения с людьми, которые находятся в Австралии, с людьми, которые учатся. Эти люди, они точно так же, как и вы, начали свой путь с такого вот обучения английскому языку. И сейчас они отучились и продолжают учиться, но уже переходя со своими друзьями на более высокий уровень. И если вы учитесь у того же самого Рика Тернера, то это значит, что у вас английский язык очень высокий. И, соответственно, я допускаю, что полезно будет учиться даже для тех ребят, у которых семерки, восьмерки, IELTS. И, соответственно, это говорит о том, что эти курсы будут приемлемы для всех. Дорогие друзья, мы вам даем не просто обучение, которое в 3-4 раза дешевле, чем у наших других школ, других учителей, у наших конкурентов, если хотите, и репетиторов онлайн. Мы вам даем обучение, которое через эти 5 недель, а фактически через 4, потому что вы платите за 4 по 125, 5 неделя у вас бесплатно, и потом вы учитесь с этими ребятами, с другими, кто приходит. И у вас есть шанс приехать в Австралию, подавайтесь на годичные курсы, у вас уже будет легче получить визу, потому что вы уже учились онлайн. То общение, тот уровень английского языка, которого вы достигнете, позволит вам зацепиться за Австралию. Говорят, что есть люди, у которых нет возможности эмигрировать в Австралию. Это чепуха. У всех такая возможность есть. Вопрос в том, как долго, как дорого это будет длиться, что вы для этого должны предпринять. И многие люди считают, что особенно усердствовать и не надо. Я знаю людей, которые в той же самой Москве зарабатывают большие деньги. Ну да, они бы, может быть, получили бы австралийский паспорт, но если бы это не требовало от них так много затрат. Если надо тратить не столько деньги, но сколько свое время, нервы, приезжая сюда, оставаясь здесь несколько лет, то они на это идти не хотят. Поэтому они говорят, что не для каждого. Для каждого. Другое дело, нужно ли это
каждому конкретному человеку. И когда я с вами беседую, ребята, тратятся часы времени на каждого из вас, чтобы понять, что вам на самом деле нужно. Вам дается масса вариантов, которые могут возникнуть перед вами. Но все они, все эти варианты, упираются в одно. Английский язык знать нужно. Даже те, кто эмигрирует сейчас по партнерским визам, их все равно теперь будут заставлять сдавать английский на шестерке. Соответственно, даже им нужны шестерки, нужен английский язык. Поэтому, дорогие друзья, наши бесплатные курсы, возможно, они для тех ребят, которые сделали с нами 4-5 недель английского языка. И эти курсы могут вас вывести до уровня, который вам будет достаточен. Лично вам. Может быть, это пятерки, может быть, это шестерки, а может быть, это и все восьмерки плюс. Так что добро пожаловать на бесплатные курсы английского языка. Спасибо.